Сатурн, 25 апреля 2021 год, Харьков. 4:55 по Киеву в Харькове. ИСО-125, но сейчас уже достаточно светло, я даже вижу эту звездочку выше Сатурна. Нет такой разности контраста. Практически нет ветра. На экране это выглядит прекрасно. В окуляр еще лучше. В общем-то, я хотел отследить без съемок. Это ветерок колышет камеру. Движение Сатурна по небосводу на восходе Солнца. 4:56 по Киеву, оно скоро уже встанет. Ну, как-то получилось так хорошо совпадение. И практически полного отсутствия ветра. И отсутствие дымки в том облаков, в том направлении, что решил включить видеозапись. 1 миллиард 504 миллиона километров сейчас до Сатурна. Вот Руслан, как раз когда смотрю я на это движение Сатурна по диагонали экрана, твоя музыка наиболее уместна. Звучит прямо в голове, космическая совершенно. Что такое потерялся? Ну вот все, уже зарево такое утреннее, что я Сатурна не вижу на небосводе. Это только благодаря аппаратуре. Как только он выпадет из кадра, мы его на сегодня потеряем. Да, ветерочек чуть-чуть мешает. Ты ж мой золотой. Интересно, почему Титана не видно? Прямо по ходу Сатурна на 2-3 кольца вперед должен быть спутник Сатурна Титан. То, что я сверху вижу над Юпитером, ой, над Сатурном, это какая-то звезда, которая идет параллельным курсом. Да, ветерочек чуть-чуть трясет камеру. Ну что ж поделаешь, ничего страшного. Это гораздо меньше тряска, чем когда я МКС пытаюсь поймать. Кстати, сегодня снял МКС рядом с Сатурном и Юпитером. Как раз и пролетал спутничек.
Да, это удивительно. Смотришь на небо, голубое уже утреннее чистое небо. Никаких звезд нет, но он Юпитер еще видно. А тут я на фотоаппарате наблюдаю движение Сатурна. Хорошо, сейчас буду прощаться с Сатурном. Пошли к Юпитеру. Никаких спутников. А нет, в окуляре вижу спутника. Так, сейчас. Дадим возможность Юпитеру самому вкарабкаться в кадр. Да, очень мутненько, но вижу я все-таки. Ганимед так точно. Каллисто уже скрылся в утреннем зареве. Ганимед вижу справа. Потом Европу вижу ближе к Юпитеру. И слева вижу даже Ио. Может, это уже роса? Да, кстати, кто снимает в такое время, обращайте внимание на то, что конденсат, утренняя роса выпадает на объективе. То можно так. Резкость искать всю жизнь. На объективе водоспад. Так, а вот сейчас я вижу уже даже экваториальную полосу. Ой, хорошо вижу экваториальную полосу. Так, а ну сейчас я последую собственному совету и прям на ходу протру объектив. Я, конечно, извиняюсь за это кощунство. Все это татство. Выглядеть это будет ужасно. Ну, посмотрим, будет ли эффект. Просто чистый эксперимент у нас получится.